esplode il tuono. Moika combatterà, grande guerriero. Moika non fuggirà, è il nostro eroe. Соколиный глаз и его друзья преследуют Магу, чтобы освободить Алису. Кора находит убежище в хижине одного из бандитов, которые убили Дюпона. Но когда он начинает угрожать ей, Мага убивает его. Тем временем Белый Лань спасает Дункана от смерти. Два медведя. Нет. Вода? Вы хотите... Что? Ты с ума сошла. Возвращайся назад. О, маленький кинжал, ты спас мне жизнь. Но где мы? В моей деревне, Кора. Значит, я в безопасности? Боюсь, что нет. Понимаешь, мы, деловары, не на войне, но твои люди воюют. Если мои братья увидят, что ты здесь, они отдадут тебя гуронам. Тут недалеко их большая деревня. Почему они так со мной обойдутся? Потому что если гуроны найдут тебя среди нас, они решат, что мы их враги, и нападут. А теперь я отведу тебя к нашему вождю. Он старый мудр, он знает, что делать. Значит, мне нужно одеться, как девушке племени Делаваров? Надеюсь, подойдет. Та, у которой я это стащил, толще тебя. Я вообще не толстая. А теперь отвернись, маленький нахал. Я забыл, что ваши люди никому не показывают свою кожу. Как глупо. Даже друзьям нельзя. Даже друзьям. Особенно, если они такие невыносимые, как ты. Профессор, прошу вас, пожалейте наши бедные уши.
Мы, конечно, военные, но эти муки чрезмерны даже для нас. Ну хорошо, обещаю остановиться на моменте, когда к нам присоединится Оскар. Только один раз, профессор, умоляю, а затем пусть лучше нас укроет тишина. Оскар, мой старый друг, какое счастье! Должен сказать, с твоей стороны было очень мило подумать об этом, но я уже позавтракал. На том берегу реки большое поселение гуроров, не меньше сотни воинов. Разделить на сотню битв, получается один враг за одну битву. Примите мои комплименты, великий вождь. В нескольких словах вы описали целую стратегию. И что все это значит? Она хотела понять, кто ты, а я ответила, что ты просто моя лошадь. Ну, так говорим мы, деловары, когда хотим сказать, это не твое дело. Я буду вести все переговоры, а ты не вмешивайся. Таминунцаш. Прошу, не надо ему говорить, что я твоя лошадь. Я не смог бы так ему сказать. Я Таминунт, и если бы ты была лошадью, ты была бы ею в моей деревне. О, вы меня понимаете, слава богу. Говорить буду я. Она мой друг, и ее преследует злодей. Да, Гурон, нет, Кора, ты все испортила. Правду не так легко спрятать, особенно за таким малышом, как маленький кинжал. О, нет, я никогда бы не подумал скрывать от тебя правду, великий вождь. Я просто пытался найти слова, чтобы... Избежать то, чего избежать невозможно. Позови воинов, и пусть отведут женщину к гуронам. Но вы выносите мне безжалостный приговор. Я приговариваю тебя к неприятной жизни, а внутри племени ты приговорена к смерти. Какой из зол больше? Эта женщина спасла мою кровь Делавара. И если деревня не может ее защитить, это сделаю я сам. Я предлагаю ей кровь Делавара, которая принадлежит ей по праву. Мои глаза никогда не видели, чтобы в маленьком кинжале пребывал великий дух. Отважный воин обеспечит кровь женщине, но за пределами поселения. Я все сказал. Да. Конечно же, за стенами деревни. Ты пожалеешь о своем решении, великий Таминунт. Я обещаю. Благодарю великодушного вождя племени Делаваров. Это самое большое поселение гуронов, которое я видел. Алиса должна быть там. И Кора тоже, если не ошибаюсь. Нужно туда пробраться и все разведать. Хоть кто-то протянет нам руку помощи. Это странно разодетое существо. Интересно, кто он? Шаман. Иди сюда. Теперь вы настоящий шаман, профессор. Думаю, мне стоит предложить этот замечательный костюм для церемонии в Оксфорде. Чингачгук хочет знать, почему она идет к гуронам. Он сказал, что старик бесполезен, как осведомитель, и он пойдет к обеду. Эти племена не каннибалы? Ну, смотрите глубже, полковник. Он говорит, что наш медведь очень голоден, только что вышел из спячки, и этот аппетитный знахарь как раз то, что ему нужно.
Он собирается лечить в поселении больную женщину. Ну, профессор, вы знаете, что делать, а мы останемся здесь и подождем своей очереди. Оскар, оторвись от этого горшка с медом, пойдем со мной. Когда нам придется действовать, я предпочел бы, чтобы вы не подвергались опасности. Мне ничто не угрожает, если рядом такой человек, как вы. Великолепная идея, майор. Мы спрячем белую лань в лесу и заберем ее, когда будем уходить отсюда. Отличная мысль. Здесь не так уютно, как в доме или в вигваме, но я принесу несколько шкур, и будет не так уж плохо. И нам нужно побольше веток. Быстро они закончились. Селение деловаров и с вождем деловаров Маго должны вести себя с уважением и не говорить на языке гуронов. Маго не любит язык деловаров и будет говорить на языке бледнолицах, чтобы выразить уважение, но не склонить голову. Маго спрашивает о белой женщине. Ее следы ведут сюда. Томинунд не видит ее следов и не прячет белую женщину в селении деловаров. Я все сказал. Маго уважает слова вождя Томинунда, но держит кинжал наготове. И реки крови деловаров потекут по деревне, если вождь сказал неправду. Магуа уходит. Думаешь, он узнал, где я? Не беспокойся, Томинунд благородный вождь и никогда не предаст тебя. Он что-то заметил. Идет сюда. Спрячься, быстрее. А я уничтожу наши следы. Давайте надеяться на лучшее. Отлично. В дело вступает медведь, изгоняющий злых духов. Лошади почуяли наш запах. Выходите. Пусть они узнают, где мы. Они в пещере. И держу пари, Алиса там же. Лучше бы нам быть в другом месте.
положение становится опасным. Это выстрелы? Пойду посмотрю, что происходит. Оставайтесь здесь и дайте леди немного воды вот с этим. Ничего серьезного, скоро она поправится. Ункас! О, нет! Теперь они занялись этим бедным мальчиком. Говорят, он вел себя трусливо, как не подобает Гурону. Что они с ним сделают? Уверен, ничего хорошего. Для них трусость – самый страшный грех. Ужасно! И Ункас, нельзя, чтобы его разорвали на кусочки, как этого беднягу! Не сейчас. Иначе мы все погибнем. Надо дождаться, когда он пройдет между их рядов. И тогда мы начнем атаку. А если он не сможет? Тогда мы вместе будем горевать о его смерти. Никогда в своей жизни я не встречал людей более храбрых, чем магикане. Оставайтесь в боевой готовности, друзья. Думаю, нам придется вмешаться. Обязаны вмешаться. Ункас добрался до священного тотема деревни. Пока он держит на нем руку, никто не сможет тронуть его. Значит, он в безопасности? Не совсем. Но они могут убить его и без согласия совета деревни и старейшин. Проклятие! Посмотрите, это же Магуа! Это за нами, старый друг. Не может убить тебя сейчас. Значит, он удовлетворит свой гнев, вырвав сердца твоих друзей. Надо уходить. Они ищут нас. Или спрятаться. Там будет лучше всего. Мои комплименты, полковник. Вы начинаете мыслить, как настоящий индеец. Благодарю. Это и правда комплимент, мой юный друг. Мы не причиним вам вреда, бабушка, и не задержимся тут надолго. Гуроны собирают совет старейшин. Они должны решить что-то очень важное. Чью-то жизнь или смерть. Эти выстрелы, наверное, это Ункас. Он где-то рядом. Тогда мы должны молить великого духа защитить его. Не
Нам пора действовать. Магу идет к пещере. Пора, моя дорогая. Завернитесь, и я вынесу вас отсюда, как будто это вы больная леди. А когда мы выйдем из пещеры, я... Ты попадешь в руки магу! Удачный день! Гуроны поймали Ункаса, а скоро поймают остальных ваших друзей, включая толстого профессора. А из его медведя Магуа сделает теплое одеяло. А что мне делать с твоей жалкой шкурой? О, это соколиный глаз! Да, в одном из нарядов шамана он оказался очень запасливым. Все в порядке, старый друг. Что вы думаете? Давайте выбираться отсюда. Да, и оставим на страже Оскара. Без оружия магу не сможет пройти мимо него. Сюда, моя юная леди. Женщину нужно очистить в лесу. Идите в ту рощу и ждите там, а я позабочусь об Ункасе. Будь наготове, брат. Тратьте время. Алиса, моя дорогая девочка. Придется подождать с возвращением домой, полковник. Нам предстоит битва. Хорошо, а теперь в путь. Идем. Я была права, это Ункас, и он совсем рядом. Он сражается с Магуа за меня. Я знаю, в конце добро обязательно победит зло.